Привет, друзья! Сегодня поделюсь рецептом рыбных котлет из филе рыбы минтая. Котлеты получились необыкновенно нежными. Как правильно отделить филе, я рассказала более подробно в отдельном видео. Ссылку вам оставлю внизу в описании. Для его приготовления я взяла две рыбки минтая, предварительно их разморозила и, соответственно, отделила то самое филе. И для удобства здесь же скажу в двух словах, филе лучше всего отделять от хвостовой части рыбы. Дальше беру чашу из-под блендера и засыпаю туда пол стакана овсяных хлопьев. Измельчаю. Отправляю в глубокую миску. Дальше в этой же чаше я буду измельчать филе рыбы и добавлю две небольшие репчатые луковицы. Добавляю к измельченным овсяным хлопьям плюс 1 столовая ложка пшеничной муки. Немного посолить нужно, добавить приправ по вкусу. И я решила добавить сюда свежезамороженные мелко порезанные петрушки. Все аккуратно перемешиваю. В отдельную тарелку разбиваю одно сырое куриное яйцо и взбиваю вилкой. Добавляю к фаршу и еще раз аккуратно все перемешаю. Ну а далее необходимо сформировать котлетки нужного вам размера. Я обязательно руки смачиваю в холодной воде, чтобы фарш не прилипал к рукам. И для панировки котлет я использую панировочные сухари. На хорошо разогретой сковороде с растительным маслом обжариваю котлеты с двух сторон. Крышкой не накрываю. На обжарку таких котлет у меня ушло примерно где-то около 10 минут. И всего с того количества фарша, который я вам показала, у меня вышло 8 котлет. А для того, чтобы данные котлетки были еще более сочными, их можно после обжарки потушить под крышкой еще минут 5-10. Вот такие в разрезе получаются аппетитные рыбные котлеты. Я надеюсь, вам рецепт понравился. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До новых встреч!